головорез. И жута с собой прихватили. Готовится смешить честную компанию. Вот будет потеха. Мирной. Подозрений на него много. Анзор, Ошо Гупор, Сарит Хамышкар. Черкеш, арабза, псерафа. Абгуруа. Фанагода, фанагода. Фанда хабзандам. Фанда Добрый день. Салам. Здравствуйте. А вот здравствуйте, вся хозяин кто? А вот князь. Алику. Это мой кумак Григорий Александрович Печор. Папа, это фрейб, да, да, хабжан, так, на спасибо. Давненько я вас. С весны, наверное, пожалуйста. Время идет, ну как. О, красивый конь. Первый раз вижу его. Вы, говорите, и мать, привет, привет. Трезвый, наверное. О, молодой. Обмывать надо. Хороший конь, счастье в доме. Старший. Thank you.
гораздо лучшее мнение о черкешенках. Погодите. Она говорит, стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на них серебром выложены, а молодой русский офицер стройнее их, и галуны на нем золотые. Он как тополь между ними, только не расти, не цвести ему в нашем саду. Отвечать надо. Переводите. Острые шипы охраняют дикую розу от прикосновений, но они не могут помешать любоваться ею. Бана памцам, розар выдау яхума патну, кыпумучу и дахам уэпс маху. А как ее зовут? Ее зовут Белой. Григорий Александрович. А где ж он? Что же ты ушел, Азамат? Почему не танцуешь? Ты хороший танцор. Беседа с тобой мне дороже. Славная у тебя лошадь. Если бы я был хозяином дома и имел табун 300 кобыл, то отдал бы половину за твоего скакуна, Казбич. Да. В целой Кабарде не найдешь такой, как мой карагез. Thank you.
И снова он спас мне жизнь. Верный мой друг, мой товарищ. С тех пор мы не разлучались. Если бы у меня был табун 1000 кобыл, то отдал бы весь за твоего карагеза. Йок, не хочу. Послушай, Казбин, ты добрый человек, ты храбрый джигит, а мой отец боится русских и не пускает меня в горы. Отдай мне свою лошадь, я сделаю все, что ты захочешь. Нет. Когда я увидел твоего коня, в моей душе сделалось что-то непонятное. И с тех пор все у меня постыло. Я умру, Казбич, если ты мне не продашь его. Видишь, я на все решаю. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Как она пляшет, как поет, а вышивает золотом чудо. Не убивала такой жени у турецкого падишаха. Неужели не стоит Белла твоего скакуна? Ну скажи мне, Казбич, что же ты хочешь? Клянусь, я исполню любое желание. Ходи прочь, безумный мальчишка. Где тебе ездить на моем коне? На первых 3 шагах он тебя сбросит, и ты разобьешь себе затылок об камни. Меня? Поехали. Где может быть Белла? Кто? Белла. Садитесь, Григорий Александрович. Плохое дело в чужом перу похмелье. Ну, скорее. Да погодите, интересно, чем кончится. Да уж верно, кончится худо. Сейчас. Вражина. Черт. Разве не так? Ну скажи, что бы ты дал тому, кто тебе ее подарил бы? Все, что он захочет. В таком случае я тебе ее достану. Только с условием. Поклянись, что ты исполнишь его. Клянусь. Клянись и ты. Хорошо. Клянусь, ты будешь владеть конем. Только за него ты должен отдать мне сестру Беллу. Карагёз будет ее колымом. Надеюсь, что торг для тебя выгоден. Не хочешь? Ну, как хочешь. Я думал, что ты мужчина, а ты еще ребенок. Рано тебе ездить верхом. А мой отец? Ты же сам сказал, что он уехал. Правда. Согласен? Согласен. Когда же? В первый раз, как Казбич приедет сюда. Идиот. Ты квожишь. Умный конь.
Смотри же, Азамат. Вот он, тут как тут. Выйдешь, Ара? Значит, завтра. Яхши. Ну, будь здоров. Завтра карагёз в моих руках. Если нынче ночью Белла не будет здесь, то не видать тебе коня. Хорошо. Я сдержал. Молодец. Скорей. За мной. Господи, кто это? Не обманываем. Смотри-ка, идет как приятно. Сейчас чайку попьем, посидим, потолкуем. Подожди меня, погуляй здесь. Я скоро вернусь. Все понимает. Проходи, проходи. Садись, гостем Это, верно, какой-нибудь казак приехал. Нет. Русьямына! Сэр! Эх, пейцы! Будьте уржали! Сэр! Держи! Судпожар! Ушел, ушел! Что уж он так убивается. Да коня у него угнали.
Вот у ядра хай! Сигумаш! Учабеш! Сабер! Сабер! Где замат? Где князь? Мочай, спять, мурик! Где тот, кто породил эту падаль? В доме нет мужчин, Казбич! Отец и сынок попрятались в норы. Говори, где они? Или я выведу все ваше племя? Постыдись, Казбич! Где Белла? Ее тоже нет. А где она? Мы не знаем. Не знаете? Не знаете? Хатшар! Хатшар! Шунтай уж его лакать! Хатшар! Хатшар! Я уж Алгавский! Посмотри, какие одежды дарит он тебе. Кеплет мы бы бостей даху кепхуахам. Ай-яй-яй. Алхам и фугор зырхакуну рижитами. За всю мою жизнь у меня не было таких одежд. Долгонько жуй. Путь не близко. Обратно-то ехать, оказии ждали. Ой, слава Аллаху, живыми добрались. Ой, ведь тут страшно сказать. Да уж тут. Что это? Это могильник. Здесь был когда-то большой аул. Когда это было? Тому уже 6 дней. Он кричал, что найдет вас в любой норе. Он искал Беллу. А где Белла? Где Белла? Белла где? Она пропала вместе с Азаматом. Что? Смените коней, поезжайте по улам, найдите мне дочь. Собачьи сыны, если она попадет в руки Казбича, thank you.
تقول شي بغيحر نوشحان نوشحان بيضة تريفة تكير عدى وقف سوا صاب الشعر كيف حزاج ايوة
бич! За мной! Хазбич! Стой, Хазбич! Гяур! Быстро! Господи, беда-то какая, убили! Коня, коня, приди! Я утром твоим встретила, мне как сердце подсказало. Посторонись, дай лекарю пройти.